Звезда Дома 2 рыдает из-за недоброжелателей, которые атаковали ее в соцсетях. Ирина оказалась в непростых обстоятельствах и эмоционально реагирует на все, что ей пишут хейтеры. Вчера профиль блогерши в интернете взломали мошенники. Они разместили пост и оставили ссылки, с помощью которых обманули ее подписчиков. Кроме того, хакеры предлагали ее супругу Араю Чебанину отдать им немалую сумму, чтобы то же самое не случилось с его соцсетями. Ирина обратилась к специалистам за помощью, и вскоре брюнетке вернули пароли для входа. На этом злоключения не закончились, Ирине пришлось лично выслушивать жалобы и угрозы от тех, кто перевел средства. «Я читаю ваши сообщения. Это какой-то кошмар. Вчера некое животное взломало мою страницу, шантажировало нас с мужем, мол, если мы не решим финансовый вопрос, то мой аккаунт навсегда отправится в бан. Я так поняла, что максимальное количество людей было обмануто из-за этого мошенника. Сутки меня трясло, я не могла найти себе места. Араю писали с моего аккаунта, угрожали, что он следующий. Также пишут моим друзьям. Какой-то гнойный, скользкий, мерзкий мошенник сидит в твоем аккаунте и от твоего имени обманывает людей. И это злость, и обида, ты не знаешь, что с этим делать. У тебя как будто связаны руки», — делится рыдающая Ирина.